Спасибо огромное, Сори правда. Сори за маленький донат, билету. Пожелай Гадзе. Спасибо, брат. Спасибо. В интернетах в этот замечательный день. Бля, ебать. Выздоравливай, малышка, меньше, чем три. Да. Не надо отвлекаться от дела. Эй! Так не надо делать. Это яркий пример того, как делать, блядь, не надо. Чё там про Нутелку? Не услышала за музыки. Его убили, и они что-то опять скипнуло, блядь, глазами. Это как? Ладно, сейчас посмотрим, что он будет на Даррене Тиле делать. Даррен Тил тоже... Ты что, монеты пошел себе? У кого-то карман дырявый был, кто дрался. Я не помню. Ой, красивую комнату украсила. Стример пришел. Лови, плюху. Блин, не летай. Бац, то есть меня, на самом деле, когда я фармлю, то есть на меня будет охота. То есть пуч уже сейчас будет хука через 3-2-1, смотрите. Вот я убегаю на базу, сейчас хук, видите, да? Сосать! То есть надо отсюда Мансует. Сваливать и покупать себе Bloodthorn. А этот чувак, кстати, у него кто-то из моих зрителей заказывал, что он посмотрел мой мамбл, и типа, он очень так странно отреагировал, но его чат просто такой, скип эту пизду, блядь, скип эту пизду, скип эту пизду. Пацаны, нихуя. Пицца в подарок. Спасибо большое. Минималка 50, потому что очень много доначков, ребят. Звучит прекрасно. Ну, кажется, родители меня не отпустят. Пошли они нахуй, твои тупые родители, блядь. Приятно, но минималка 50. Да нахуй, блядь, пусть идут, говорю. Попасть не можешь, своего же? Нашел только в каком-нибудь любовном романе, каких тьма, про это. Про здоровье. Мася, прости, пожалуйста, мой сладкий. Я по тебе не попала, я просто случайно так получилось. Бедный кит, пацаны, бедный кит, блядь. Стримхата будет проходить в Малайзии. А чё под ним лёд? Мы снимаем огромный. Это будет зима, а чё под ним лёд, но мы решили подарить вам частичку лета. Это будет, снят будет огромный, как называется? Как нам делать? Аквапарк будет снят, огромный аквапарк. Будут летние виды спорта. Ботинки на ледоход? Вот. Круто. Соответственно, играть будем только в Майнкрафт. Это мод, да? Насколько много нужно употребить алкоголя? Все спускается по лестнице, крайне сосредоточенный. Сука, блядь, нахуй! Че за игруха? Выглядит забавно. А когда-то он спускал деньги на ветер. Этот, я популярен, мам. У меня даже на играх 2000 человек моих зрителей, моих братишек смотрят, прикинь. Представляешь? 2000, мам, это армия, мама! Я могу захватить город, блядь, если... Но я могу завоевать мир, как Пинки Брейн. Помнишь, я смотрел мультик в детстве? Да. Правда, я, конечно, не отработал сегодня, блядь, что ты заработал. Ты сколько шапка стоила сегодня купила? За 1 000 000 рублей, если не ошибаюсь, да? А шо, в чё в прямом эфире? Думаешь, за лям купила шапку? Она реально купила за лям шапку? А, 1000 стоила шапка? Да 1 000 000 какая разница? Для нас это не то, что это мелочь, мелочуга. Мелочуха, блядь. Спасибо огромное, Даун. Нет, у меня нету прыщей, бро. У меня типа нет просто прыщей, блядь. Дома? Хазагрима, так что я теперь популярен. Прыщах, вот она. Ты гордишься сыном, блядь? Мне 40 лет, я чего-то не достиг. Все, давай, да. Не хотел ее расстраивать. Нет, давай. Нет, а. Который ебашит мне в лицо. Это, соответственно, сетинчик, который на сатен включен, этот на 20% где-то. И хрень, которую мне надо потом... Блядь. Пашка, иди, знаешь куда? Меня Пашка, зовут... Привет, Кисая. Сделай сигнал ужас адвокатов. Обязательно сделаю после стрима, зайчик. Спасибо большое за донатик. Спасибо, бро! Ладно, я погнал. Пока спасибо. Меньше, чем 3 ПС. Пацаны, спасибо. Перебейте мой донат дня, шо вы. Спасибо огромное, бро. Давай удачки. Чмок тебя в пизду в твою.
Другое дело. Да, да, правильно. Совершенно верно. Ой, клевый скин, охуенный. Да. Сосати. Ниндзя. Бля, волосы клевого цвета. А Лохи бы такой подошел. Очень крутой фон, вот очень красивый. Блять. Да блять! Ёбаный блять! Я думаю, что за хуйня, блять? Но я с тёлками хуярю и бухаю. Я МС Боро. Я боюсь, моя стулка, она не тоже так наебнётся. Блять! Сука! Ну я вроде не такая большая. Я же не мужик, всё. Блять, я сломался, походу. Блять. Ой, это сильный сломался. Сука! Боже, блять! За шо? Бля, ну это сильно. Пойду, найду себе водички. Сейчас приду. Сейчас. Ребят, спасибо, донаты Лиса, вообще капец. Спасибо, Лиса, я люблю тебя. Спасибо большое, мдама. Мдема. Спасибо большое, бро. Чмо тебе в пизду в твою? Это что, от вечеру? Это Лёха. Сейчас пойду налью себе водички. Так. Ага, меня тут уже жарят вовсю, блядь. Кумо, это была блядь. Некая цензура. Да хватит меня бить. Последний трик чанский спать. Так, в смысле спать? Ты на Тайдхантере, смотри. Ты на Тайдхантере хочешь спать уйти? Ты, блядь, заебала. Ты стрелять. Бля, серьезно, как вы носите, Тань? Вот вопрос на засыпку. Как вы такие трусы носите? Да, я тоже... Как вы такие трусы носите, чуваки? Типа, кто носит? Они как же... вы такие трусы носите, блядь? Ну, серьезно, это типа вообще хз. Нет, рвут просто. Они же, да, рвут же. А ты откуда знаешь, Артур? Конечно, моя, ничего не... Ну, типа, да это как просто... Ну, типа, и так... Жопу рвет. Ну, типа, шнур... А жопу, блядь, трвёт. Ой, пиздец. Ну у тебя же не встаёт на члены. Вот я проебала, кстати, в этот момент, оно. Нет. Ну вот как так пришли? Ну у них не встаёт на вагины. Ну так, а при этом им нравится, как ебут тёлку, блядь, ничего не понятно. Если у девушки встаёт, то нужно задуматься. Типа у них не встаёт, говорит, блядь. Бля, чего, да-да-да, нормально, хорошо. Этого видосика и в Ливе ко мне все стали на стрим заходить, такие спрашивать, а сколько сантиметров нормально, а сколько сантиметров много, а какой тебе заходит и нравится. Я поэтому сразу взяла, короче, собрала мужиков, у которых там от 10 сантиметров до 18. Они мне все присунули по разочку, я такая, 15 сантиметров норм, наверное, да, 15 сойдет. Вот, поэтому 15, наверное, самый такой оптимальный классный размер. Держу в курсе. И семью вырежу снегом, понятно? Снегом, где, блин. Где живешь? Мы это видели. Сосать твой член. И это видели. Не в бане, где паришься, а в бане на Твиче, откуда ты уже никогда больше не выйдешь. Спасибо большое, Джастик. Ешь меня. Давай еще раз, еще раз. Бля, ни рин ни разу не видно, нахуй, что я спрятался. Бля. У меня по рисунку домашнее задание поза людей нарисовать. Можешь встать. Чё, блядь? Смешно, кстати говоря. Я зайду интерьер только посмотрю хотя бы. Открыл. Открыл. У меня все белое, текстуры. О! F, пацаны, блядь, ну тут F. Тут F, блядь. Опа!
Да ты шо, блядь, у него лапа колонка, блядь. Ебать, прикиньте, на таких сводили! Это глаз телепуза, блядь, Алена, монитор, блядь. Глаз телепуза, блядь. Кстати, записался в Рязани, блядь, 200 рублей час, нахуй, да, сидит Зукарин таких слов. 200 рублей час. Смотри, блядь. Сука, у меня сейчас сердце остановится. Но я уже вызвала его, блядь, на батл. Я хотела повторять, что тут нет какой-то клевой музыки. Я думала, Twitch FM по дефолту ставит какую-то музыку крутую в конец.